Всем привет, друзья! Всех рад снова видеть на канале «Маршрут построен». Сегодня у нас с вами 13 апреля. Замечательный город Екатеринбург пока что еще. Но ближайшие выпуски уже совсем скоро. Я надеюсь, появится Москва на канале. Да, ребят, будет это, конечно, не так уж и скоро, но я думаю, что будет Москва на канале. Будем ее с вами ездить, изучать. Ребят, перед началом выпуска, сегодня такой вечерняя у нас с вами поездочка ночная. Я ее включу как Екатеринбург ночь в плейлист. Какая-то дыра там была. Обязательно, потому что тот плейлист тоже нужно как-то наполнять. Ну, потихонечку вот это вот будет видео. Ребят, перед началом выпуска хотел поблагодарить всех тех, кто помогает каналу финансово. Большое вам искреннее спасибо за помощь каналу, за донаты на канал. На эти деньги, ребят, я заправляю автомобиль. Мойка, да, вот сейчас надо резину будет менять. Так что, ребят, все ваши пожертвования идут на помощь, на мотивацию, это сильная мотивация. Ну и также всем большое спасибо, кто смотрит канал, пишет комментарии, ставит лайки. Мы с вами выезжаем с района сортировки, ну пока еще по ней едем. У нас в простонародье называется это сортиром. Ну, райончик, честно говоря, так себе. Дождик вроде бы закончился, ну, предыдущего выпуска я сюда ехал, дождик шел, но на дороге все равно срач, грязь. Сейчас вот останавливался, фары протирал, ужас просто закидывает, как не в себя. Грязный у нас, чересчур грязный город. Кто говорит, что это чисто, я не понимаю этих людей. Ну, я понимаю, когда влага, да, там на дороге дождей. Но он правда грязный, ребята. Ну, не спорьте вы со мной. У меня вот, смотрю видосики из какого-нибудь загнивающего Лос-Анджелеса, да, как бы, где автомобили чистые. Ну, там вот у них чисто. Да, они входят в доме в обуви ходят, потому что чисто у них на улице. Я согласен, как это такое, ходить в обуви по дому, да, там по коврам. Да потому что тупо чисто. Естественно, для нас это дикость, для них это норма. Чистоте и в порядке. Так у них и машины чисто. Я вот тут смотрел блогера одного, да, то есть говорили, что по несколько лет машины даже не моют. На них просто там слой такой пыли есть небольшой. Ну, это и все, как бы, да, то есть не принято. Нет такой грязи у них, как у нас. Дурачок, что ли, блин, вылазит он передо мной. Вот видите, человеку плевать. Ему просто-напросто плевать. Он же меня прекрасно видит. Но ему просто все равно на меня было. Ему надо ехать и все. Перекресток 60.
блядь, просто, блядь, я прошу прощения за мат, но это не рельсы, это убийство для автомобиля, подвески автомобиля и всей ходовой части. Как меня это раздражает. Камера еще не передает как бы ту тряску, которая в автомобиле есть. Тут и стабилизатор у меня ходит, блядь. Почему такие стыки убитые? Камера SP60. Ну ведь можно же деньги отправлять не на войну, а на благоустройство городов. Ну зачем это делать, я не понимаю. Жесткие проблемы в регионе. Камера у меня как-то кривовато, вот так вот правильно будет стоять.
наш Найт-Сити. Что там случилось? Что-то мигалки какие-то мигают. Оранжевая какая-то техника, что ли, стоит. Блять, нашли тоже место, где встать. Еще ДТП, что ли? По городу столько аварий произошло, что случилось, что происходит. Заезжал во двор, тоже машина вылетает без фар, без всего, ну уже смеркается, так без фар, без всего. Хорошо хоть у меня реакция еще была, что я увидел. Сити. С вами к улице
Фурманова. Справа она уже начинается, Чкалова. Это цыганский поселок здесь. Что-то я сегодня так подустал. Прям вообще как-то даже комментировать что-то ничего не охота. Застройка цыганского поселка. Какие-то нежданчики постоянно на дороге. Московская. Интересно, тут дыру справа заделали, не заделали. Тут светофора дырка такая в дороге. Сейчас посмотрим. Ё-моё, чё вы тормозите? Блядь, ёб твою мать, тут ничего не заделали. Козлы уроды.
Так интересно, в реальности вот это отражение от рекламного баннера было не синее, а светлое, белое, оно почему-то синим. Хотя вот на экране, вот смотрите, вот белое, оно реально там белое, а почему-то отражение какое-то синее. Ну вот оно даже отражение в реальности, видно, что оно светлое, белое, не такое синее, как вот на записи. Интересный момент.
Ладно, друзья, на этом, наверное, надо завершать этот выпуск. Что-то у меня сегодня нет желания чего-то рассказывать. Хочется вернуться домой. Время уже довольно-таки многовато. Подустал. Ребят, всем спокойной ночи. Поеду я спать, отдыхать. Надо готовиться к выезду в Москву. Всем спасибо, всем пока.